Привет! Раскрыли парашют только ради тебя, чтобы ты не отстал слишком. Впереди самые улетные кадры, снятые на дорогах. Поехали! Про такую парковку говорят, поставил как рукой. Автопилот Теслы видит эту дорогу в страшных снах. Зачем нужно было тратить миллионы на строительство марсоходов, если в мире уже есть этот зверь? Приготовься рвать с места! Тебя только что затроллил светофор! Выглядит как миссия из GTA за Тревора. Он тоже явно проходит какое-то задание. В этом видео идеально все. Приятель явно ошибся поворотом. Ему сюда. До медведя наконец дошло, что эта машина не горит. Дизайнер такой ручки переключений передач явно ненавидит человечество. Ему стоит подать заявку на самый продолжительный дрифт в истории. «Птичка на свободе», — сказал Илон Маск. И вот результат! Это, пожалуй, самый суровый штраф за неправильную парковку.
сконцентрируйся как следует, чтобы разгадать эту головоломку. Очередной забывший про ручник водитель. Но наконец-то найден тот, кто использует его всегда. Произошло легкое недопонимание. После такого унижения в штаб-квартире Форд был объявлен двухнедельный траур. Пока ребята думают о том, как разобраться с проблемой, ее решение уже буквально за поворотом. Этот экскаватор получил прозвище «One Punch Man». Это лицо победителя. No, definitely not. Именно поэтому в японских автобусах всегда так чисто. Кто-нибудь скажите ему, чтобы возвращался на взлетно-посадочную полосу. –
Это спорткар в мире птиц. Но у него и в мыслях нет проскочить на красный. А ведь он даже не ходил в автошколу. Кто заказывал потные ладошки? Во вселенной безумного Макса дела обстоят все хуже. Но и в нашем мире высокие технологии добрались далеко не до всех уголков. Амиго просто сделал то, о чем задумывался каждый. В мире настоящих жуков это был бы какой-нибудь дровосек-титан. И такие лапы у него не просто для красоты. Для полиции всегда самый подозрительный тот, кто неспешно двигается по крайней полосе. Мы находимся в середине, совершенно очевидно, в середине подъема. Ну, сверху прямо льем. По логике вещей она должна, куда она пылиться. Вот вниз, она должна, да, она, да, должна пылиться туда. Вот лей. Побольше, побольше, больше лей. Ну все, вот. Оставь. Ну этого не должно быть. Она льется наверх. Она льется наверх, она на гору льется, понимаешь? Значит ли это, что одометр на этой дороге будет крутиться в обратную сторону? Пора жать на тормоз, приятель! Ставь лайк, если поездка удалась, отмечайся в комментариях и не пропусти следующий ролик. До скорого! Любишь кино, но не всегда находишь пару свободных часов? Подписывайся на канал «Соленый попкорн». Здесь в деталях раскрываются сюжеты самых крутых фильмов, которые точно стоит увидеть. Заинтригован? Тогда ждем на следующем сеансе. Не забудь захватить с собой попкорн. Приятного просмотра!
Thank you.